Реконструкция тепловых сетей на площади Победы завершится на этой неделе. На данном участке заменили около 300 метров трубопровода. На время работ на площади пришлось поменять схему движения. Однако потерпеть неудобства осталось совсем чуть-чуть. Сейчас дорожники восстанавливают асфальтовое покрытие. Как закончат, транспортному потоку снова будет дан зеленый свет. А вот на участке улицы Варенцова от Красной Армии движение будет закрыто до 7 сентября. Подходит к завершению работы на улице Ташкентской. Завершается монтаж нового магистрального трубопровода. Там также протяженность коммуникации составляет порядка 300 метров. Сейчас подрядчик завершает монтаж коммуникации. И со следующей недели мы планируем включить новый трубопровод в работу. То есть горячее водоснабжение будет организовано